Привет! Сегодня хочу рассказать вам печальную историю о своем котике. Вот это вот у нас поездка к врачу была. Он еще не совсем был плохой, но уже заболел. Вот, сделали мы ему прививки. Очередные раз в год вызывают. И вот все, что осталось от нашего котика. Ему стало очень плохо. Он сильно заболел, и нам пришлось его усыпить. И вот сегодня принесла домой остатки от своего кота. Очень печально. Вот. Вот все. Вот, посмотрите. Вот. Вот мой котик. Очень печально. Да, вот эти прививки, которые делают, я считаю, что, ну, у меня даже слов нету. Вот знаете, так настолько печально, что просто я очень расстроена. Вот такая вот печальная история случилась с моим питомцем. Вот так вот, так что. Это вот он пришел опять? Коту к моему. Вообще удивлена даже, что вот он такой наглый. Куда пошел? Иди сюда, скотина такая. Куда пошел? Вот наглый. А тут Васечка лежит мой. Мой котик, котик. Да? Пожаловайся нам, скажи, чем, что он тут напугал тебя, да? Пришел тут страшный такой осел здоровый, да? Пришел еще цветы хотел поесть, наверное. Что он тут пришел, Вася? Что его не прогнал? А? Ты что его не прогнал, Васюша? Да, напугался, страшно тебе.